раз я записывался, это был, наверное, 91-й вообще год, в составе детского симфонического оркестра. Это было на студии документальных фильмов в Лиховом переулке. И вот там, да, там были записи. Мы там писали сюиту из балета Алябьева «Волшебный барабан». Все помню. Не стар, еще не стар. Я так себя настраивал, что вот когда-то я попаду на студию, я себе это представлял. И все это происходило дома, ведь сначала с переписыванием всяких там кассет, с кассеты на кассету. Я думал, что это будет так творчески, как я не знаю, как у Битлз, там, например, Флойд, и мы все будем там друг другу смотреть в рот, рассказывать, да, это классная идея, там, и то есть. Оказалось, что, значит, нам дается ночь, вот, и мы должны за эту ночь записать, по-моему, 6 песен. Бочки. Сильный дух, нужен ли он? Ну, остались самые положительные ощущения, потому что студия, каждая запись, это такая ступенька, на мой взгляд, ступенька куда-то, к чему-то хорошему и светлому. Вот. Он как 35-й, только он глубже, я и он полый. То есть это банк. Но при этом дабл котовой. То есть это как, знаешь, как, была, как, там как такая, если да, СГ увеличить и сделать банкой. 68-го года. Вот такая гитара, просто смерть. В студии, ну, помимо орг-момента, то есть я могу там написать, ребята, мы тогда-то идем в студию, все ли готовы. Вот, а дальше, честно говоря, я не вижу каких-то особых вот на себе, так сказать, полномочий. То есть моя задача просто сделать так, чтобы мы записали то, как мы это играем, чтобы все были довольны тем, что получилось, и чтобы мой вклад чисто вот музыкантский, он был тоже адекватным, и все. А можно вот проигрыш перед вторым куплетом? Да. Раз, два, три. Прячешься, и все твои минусы и грехи, они вылезают. И поэтому каждая запись – это, ну, как некий экзамен и проверка. Вот. Чего ты достиг, чего ты умеешь и так далее. Главное, что студия обнажает сразу тенденции такие разные у музыкантов. Ну, в общем, и отношения тоже. Какие-то трения, они возникают именно в студии. Дело вкуса. Вот что можно сказать про студию. Все может получиться, но у всех немножко по-разному. Ну, как-нибудь так. Мне кажется, бандой писаться сложнее, потому что банда должна быть очень сыгранная, должна очень хорошо себя чувствовать. Если бенд сыгранный и хорошо чувствует друг друга, то это одно удовольствие писаться все вместе. И, естественно, именно такие записи они выигрывают, потому что все происходит в реальном времени. Мельчайшие какие-то движения в музыке, динамика, это все, ну, как единый организм, это, конечно, идеальный вариант записи вот всей банды. Мне сейчас барабанчиков добавить, можно прям? Барабанчиков добавить мне. А, в прослушку? Или сюда? Прослушку. С одним коллективом, конечно, живой подход ближе. И мы, что хорошо, мы вот уже, если говорить об эволюции после альбома, мы гораздо ближе стали к тому, чтобы просто прийти и сыграть уже оформленное, уже звучащее как надо произведение. Давай попробую сейчас эти моты прям певать.
да? Потому что остальное вроде есть. Вообще нравится, что пишется стало вообще не так давно. Первое у меня такое случилось там году в 11-12, вот сейчас, когда я просто такой, вот, у нас тут пластиночка, вот послушайте. Так что я, да, с этой, с поздним зажиганием немножко. Или плохо слушать. У меня две ноты. Студия, мне нравится возможность выбора дублей. То есть здорово, когда есть возможность взять фрагмент удачный там, и из одного трека, и из другого, и подружить их вместе. Это позволяет сделать клип. Очень тяжело играть в этой группе. Начинаешь с людьми сотрудничать, взаимодействовать, дружить. А когда ты не просто слушаешь эту музыку, понимаешь, какие крутые музыканты в группе играют. I need to practice taking it easy. My doctor says I'm gonna be fine. В работе с материалом именно нашим и именно здесь, на Марсе, были очень позитивные моменты, у меня такие этапы. Потому что, во-первых, я здесь максимально приблизился к тому звуку, который нужен для лучшего соло. Вот. А во-вторых, я записал такие пару моментов, которыми доволен. Вот, что у меня бывает очень-очень редко. С выходом альбома стало больше концертов, и деятельность группа вообще стала из летаргической превратилась как бы в более-менее полноценную. Вот, мы взялись за ум. И да, это не в последнюю очередь связано, но с тем, что есть пластинка.